Привет, друзья, Макс на связи. Меня давно не было, и сегодня я решил наконец-то заняться своим каналом, наконец-то заняться своими видео, которые у меня лежали уже неделю, необработанные. Это видео про Hackintosh, самый бюджетный Hackintosh, поддерживающий macOS Sonoma. Стоит это барахло примерно 17 тысяч. И сегодня у нас что с ним? Сегодня мы на него накатываем macOS Sonoma 14.5 бета. Первым делом, что я сделал, это удалил патч на Wi-Fi, перезагрузил систему и поставил уже на закачку macOS Sonoma 14.5 с нормальным размером, не полным 15 гигов, а около гигабайта. Оно скачалось, полчаса что там готовило, шебуршилась и потом пошла в перезагрузку. И так она перезагружалась примерно 3, если не вру, наверное, 4 раза. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, а если я ошибаюсь, то и хрен с ним. Тем не менее, как видите, на экране там сменяется яблочко на загрузчик OpenCore. Никаких там зависаний, никаких либо паник ядра, форс ребутов и прочих там крутасов и косяков. Все штатно обновилось, и мы увидели прекрасный скринлог macOS Sonoma. Дальше уже ничего необычного. Обычное обновление OpenCore Legacy Patcher до версии 1.4.3. Накатываем патч на Wi-Fi, и система уходит в перезагрузку. Далее у нас получается рабочая система macOS 14.5 Beta 1. Проверяем, что все работает корректно, а именно аппаратное ускорение видеокарты, а также Geekbench, проверяем, как работает процессор. И опять же видеокарта под систему OpenCL и Metal. Точнее, Metal. И мы видим, что все работает штатно. Процессор, видеокарта, да и сама система нормально функционирует. На этом, думаю, заканчивать этот рассказ про довольно-таки скучное обновление до macOS Sonoma 14.5 Beta 1. А с вами был вкрай задолбавшийся Макс, мой маленький Hackintosh. До новых встреч, увидимся.